Я вам точно говорю, точно. Он вот. Точно. Он вот. Он маньяк. Но у него мания. Например, ему все время кажется, будто он идет по Бродвею, и что все ихние фарцовщики становятся перед ним на колени, чтобы он им продал наши джинсы. Или, например, ему кажется, будто он прилетает в Токио. А там все японцы в очередях. Ой, я не могу. Одна очередь на помойку. Чтобы выбросить их часы и транзисторы. А вторая, чтобы записаться на наши. А кому не достанется, третья очередь на харакири. Еще что? Это еще что? Один раз ему такое было видение, будто во Флоренции одна жена съездила мужу. Нет, вот так, вот так. Итальянским сапогом за то, что он ей не достал скороходовский. Потом он начинает временами требовать, чтобы все члены палаты общин брились только лезвием и болтик. У меня живот лопнет сейчас. Ой, он сказал, что они тогда сразу выйдут из НАТО, чертовой мать. Ой. Ну и в общем, дальше все в таком роде. Ой, но самое главное, не дай Бог ему возразить. Он сразу так расстраивается. У него прям слезы из глаз идут, и он начинает кричать, только так должно быть. Бум! Только так, ну. И его уже к врачу водили. И врач сказал... Случай очень трудный. Очень трудный случай. Причем, вы знаете, оказывается, самая большая трудность не в том, как его вылечить. В том, как остальных заразить.